Всем привет! Значит, я хочу поговорить, что такое борода для мужчины. Вообще, борода на Древней Руси, мужчины всегда растили бороды. Борода – это святое для мужчины считалось всегда. В старые века только молодые дети и подростки не имели бород, а все остальные, кто становился мужчиной, всегда отращивал бороды. Почему в исламе бороды отращивают? Ну, это, во-первых, религиозно. У православных тоже христиан такое есть заповедь, что отращивайте бороды. И вообще, я уже эту бороду свою отращиваю лет 10. С 2013 года, даже 11. Я сказал себе, все, я бросаю бриться и буду отращивать бороду. И борода это вообще означает бог рода. Отсюда и пошло слово борода. Бог рода. То есть это означает твой род, твои корни, твои как говорится, предков, твоих предков, уважение к предкам и так далее. Поэтому для мужчины борода это очень святое, для меня это тоже очень святое, поэтому я не собираюсь бриться и ни для кого, ни для чего. И не хочу выглядеть как мальчишка с побритыми щеками, хочу выглядеть как мужчина, и так как я им являюсь, особенно я казак, поэтому казаки всегда носили бороды. Для нас это святое. Для меня борода это святое, это бог рода. Это связано с моими предками, связано с моим родом. И да, в общем, как-то так.